Давайте играйте. Звезда Скальник. У нас, значит, балкончик, а на балконе наша ведущая сидит, облюбовала здесь креслице, все чудненько и замечательно. На улице без 15:07 вечера, погода ничего, тихенькая, спокойная, температура порядка 15, а может быть и 12 градусов. Я догоню. Спасибо. Oder zusammen? Nein, ist kein Problem, nur Frau. Ja, ja, nur Frau. Ja. Что это, сыночка, у меня? Не шевелись. Может, парафиновый мозг напроситься? Ну все, удачи тебе. Как вам загорается? Отлично, только солнца не хватает. Солнца не хватает? Да. А так все нормально? Да. У вас все осталось? И как поплавали? Хорошо. Хорошо? А что, вы устали что ли? Глаз не устали? Да. Загораем, загорать. А ты не будешь плавать? Да не, я в плане макару. У меня плавки мокрые. Я плавки мокрые? Ну я в плавках принимал ванну. Да. Надо было халат одеть и сюда идти. Но и здесь голышом, здесь же немцы. Не, ну а как, все равно ты в душе идешь, можешь. Перед бассейном. В сауне. Я не хочу в бассейн. Сауна. Сауна — это хорошо. Старушки уже там? Чай да за плавками. Как тебе ванна?
уснул. Уснул? Опять уснул. Давай с брызгами. Опа! Все, опускаюсь. Никей, водичку с газиком, Никей. Будешь выделяться. Вот мы пришли на святой источник. Сейчас прям нальем этот скранчик. Вот слева горячий, справа холодный. Все, вот мне холодненький наливают. Прохладно воду. Да, ничего не видать. Ну, там, короче, пузырьки. Угу. Вот так, кружка такая удивительная, видите, с дырочкой. И прямо вот так вот. Угу. И отпиваем. Что, не работает сегодня? Это нет, это какой-то не тот. Не тот? Нашла какой тебе? Нет. Вообще не здесь? Или все-таки этот? Фризоль, а я вчера покрасила. Поправь кофточку. А, нет. Кофточку. Кофту поправь. Национальная сладость. Вот слева мы видим Иркина, справа Мишкина. Ирка свою, конечно, не удержалась, уже грызет вовсю. Пани Макарова на званом ужине. Обещают хорошую, интересную и увлекательную экскурсию. Посмотрим, что нас ожидает впереди. Началась прогулка, это с Карлой Хвар были, группа. И шли к автобусу, он говорит, ну а вы мне все равно не сказали, какая вода мне поможет. Я говорю, дедушка, вам уже ничего не поможет. Зайдите на пиво. И все. Так, а здесь наверху, на фуникулерчике поднимался кто-то наверх. Не хвастайтесь, вы же все обижали, да? Нитки наверху, видите? Там его подвязывает этот хмель. Здесь вот налево. Ну, а осенью, конечно, это уборка хмеля. Сухо очень заливают. Западная Чехия самая большая сухота. Да, показывали две области, в том числе и Западная Чехия. И вот мы в Праге. Началась обзорная экскурсия по Праге. Время 10 дня. Надеемся, что нам понравится. Да, ну, в общем, готовы. Наш экскурсовод с рыжим зонтиком. С рыжим зонтиком. С ним будет не скучно. И главное его не потерять из вида. Мировая бабка. Мировая бабка. Статуя Яна Помуцкому, главному священнику Чехии. Теперь главный вход с другой стороны. Над этим главным входом, когда я училась, там почти ничего не осталось.
Так что это восстановили, реставрировали. Эти такие там, ну, быстренько, стекляшки, мозаику. Последний суд называется, да? Взяли одну стекляшку, сделали химический разбор, чтобы делать опять-таки, восстанавливали, как они реставрировали. Но иначе, там вот, как, если кто-то из вас приедет на дня 2-3, правда, да? Я вам покажу и отель, где можно недорого остановиться, прямо на вас на стекляшке. А, так, если вы уже потом пойдете, времени достаточно, посмотрите галереи, все такое подробно. Так, если войдете в этот храм, потому что сегодня там богослужба, как я говорила, да. Ну, а там открыта дверь, но это купить билеты и вывозят наверх посмотреть, да. Ну, желтая решеточка там, видите, да. Так вот это там помещение. А там на стенах изображены сцены из жизни святого Вацлава. Вацлав — это были два брата в 9 веке. Вацлав и Болеслав. А Вацлав должен был быть наследником трона, это не так само. Но с братом они там, эту политику он не буду говорить, да, какой вел этот, он не был согласен с политикой этого смысла. Смена караула. Отошла бы ты. Пырнуть надо было. Вахту сдал, вахту принял. Пырнет, нет, не стал. Открывается панорамный вид на всю Прагу. Здесь мы наблюдаем старый город. Идем, не теряем вот этот рыжезончик из вида. Те, которые уже от времени почернели, это все в оригинале. Стоят, которые здесь веками. Вот та, которая беленькая скульптура, это уже, значит, копия, которая была оригинал, который был снесен во время наводнения. Это главный канал в реке в Праге. Во время ливневых дождей река разлилась, и на стенах виден уровень воды, который был в тот памятный год.
Когда скажу вам, поднялась вода в течение нескольких видно, часов. Видно, 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 некоторые светлые, я хотел это... Голубенький дом. Не помог, да, это террасы. Вода поднялась в течение нескольких часов. Да. Мне нравится в этом году. Красиво, живописно. Ощущение, как будто город праздник. Теологический факультет был все время, занимает священство. А это храм, в котором они учатся вести богослужбу студенты. Да. Его открывают только когда там что-то во время богослужбы или во время новой трамвайчик опять. Или когда здесь концерт. Иначе он закрылся. С этой стороны. Это башня, кончается эта башня. Здесь мы видим Кирилла и Мефодия изображены на башне левого берега, ой, правого берега. А это они там выезжают на башню, выезжают на трамвай. Девушка без памяти сидит, самолетики пускает. С какого года сидит, хер его знает. Как она? Сложная работа этих часов, конечно. Сложный механизм. Там знаки зодиака, день и ночь, север, юг и так далее. Да? Фигурки там, которые, они двигаются, будут двигаться, обратите внимание потом. Турок рассматривает все зеркало, качает головой. Скряга с мешочком денег. Потом музыкант. А начнутся эти часы, звонить начнет. Смерть на звоночек. Видите эту смерть? Да. Внизу эти фигурки не двигаются, наверху двигаются. А в конечном счете это 2-3 минутное зрелище. Кукарекает петух, который там наверху. Да. Золотой петушок. Золотой петушок. Так что вы успеваете заснять все. А там потом, там, как эта смотровая выезжает, оплачивает, осмотреть. Самый прекрасный вид от Пражского Кремля, я говорила. Направо. Так потом выйдет трубач, еще будет на трубке играть, вот, да. А это уже кончается. Пока двинутся эти массы, индейцы. Увлекательные часы 14 века. Thank you.
Третьим деревцу там. Да? И уже не восстанавливают. Так и остался, пришел, так и остался. Там посередине это нашего Яна Гуся. Церкви и так далее. А дело в том, что когда католические верные сюда носили, все эти церкви. Takhle tábořit, škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček, předsedo.